«Мы – армия страны, мы – армия народа» – название акции, в рамках которой военный эшелон-музей должен посетить 51 город страны. Во Владивосток агитационный пояс прибыл 5 июня. У жителей гостей города было всего 4 часа на то, чтобы его изучить. В составе 17 тематических вагонов, посвященных истории России и последним достижениям армии и флота. Гражданские увидели танк Т-90М, захваченную у сирийских террористов технику, вагоны, посвященные военной медицине и памяти победы советского народа в Великой Отечественной войне. После поезд отправился в следующий приморский город. Им стал Уссурийск. Ветеранов особенно заинтересовал вагон, посвященный главному храму вооруженных сил Российской Федерации, где установлен мультимедийный комплекс, с помощью которого можно было найти своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Алина Черненко, Екатерина Зверева. Новости на Восьмом.